Здравствуйте! А мы уже подготовились. И все выучили. И костюмы сделали. Вот смотрите, красивые. Очень красивые. Вот только я не знаю, может быть, все-таки мне другой колпачок нужен. Не такой, как у Коксика. Шуня, мы же договорились, что колпачки должны быть одинаковые. Ну, договорились, договорились. Но, по-моему, он мне не очень идет. Ой. Да нет, что ты, Жунечка, очень и очень идет. Вот видишь, дядя Юр тоже так считает. Правда? А на сказочных гномиков мы похожи? Ты знаешь, очень похожи. Дядь Юр, только вы не подумайте, будто я капризничаю. Просто я так боюсь, что наше с Коксиком выступление не понравится. Ой, вот опять ты, Шуня, о том же. Понравится, не понравится. Я уверен, все пройдет отлично. Не надо так волноваться. Вы ведь так старались, так готовились к выступлению на празднике друзей природы. Ну да. Так что не будем гадать, а давайте лучше репетировать. О, вот это другое дело. Объявляйте, дядь Юр. Да. Выступают известные артисты Коксик и Шуня. И дядя Юра. Прозвучит стихотворение Саши Черного «Зеленые стихи». Зеленеют все опушки, зеленеет пруд. А зеленые лягушки песенку поют. Елка, сноп зеленых свечек, мох зеленый пол. Ну? Ой! Ну ты что, ворон считаешь, твоя очередь. А там птичка прилетела. Потом будешь ворон считать. Да, Шучка, ты, пожалуйста, не отвлекайся. Потому что репетиция – это очень ответственное дело. Ведь ты же хочешь хорошо выступить? Конечно. Тогда сосредоточься и ни на что не обращай внимания. Иначе подведешь не только себя, но и Коксика. Вот именно! Ой, извините меня, пожалуйста. Я ни за что больше не буду отвлекаться. Ладно, поверим. Только дядя Юр, теперь придется все сначала начинать. А ничего страшного. Повторим, это даже полезно. Итак, сейчас выступят известные артисты Коксик и Шуня. И дядя Юра. Звучит стихотворение Саши Черного «Зеленые стихи». Зеленеют все опушки, зеленеет пруд. А зеленые лягушки песенку поют. Елка, сноп зеленых свечек, мох зеленый пол. И зелененький кузнечик песенку завел. Над зеленой крышей дома спит зеленый дуб. Два зелененькие гнома сели между труб. И, сорвав зеленый листик, шепчет младший гном. Видишь, рыжий гимназистик ходит под окном. Отчего он не зеленый? Май теперь ведь май! Старший гном зевает сонно. Цыц, не приставай! Ну как, дядь Юр? Ты знаешь, по-моему, отлично. Ох, получилось. А я так боялась что-нибудь забыть, так боялась. Ты, главное, на выступлении ничего не забудь. И по сторонам не смотри. Ну, Коксик, ну я же обещала. Да вы знаете, друзья, мне кажется, что вы так хорошо все выучили, что уж теперь ничего не забудете. Не забудем. Дядь Юр, а давайте еще порепетируем, а? А нет, нет, Шунечка, уже поздно. Вам пора ложиться спать. Прощаемся с ребятами, а репетировать будем завтра. Хорошо. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. Всем вам самого доброго и ангела вам хранителя. Чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И в
всем детишкам в постели. Тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи.